Так, мы с Люсей выбрались за канцелярией на разведку Фикс Прайс. Если что-то интересное найдем, обязательно вам покажем. Мы из Фикс Прайса никогда не уйдем без покупок. Лия, я покажу, что ты там нашла. Вот, попытчик. Чтобы вы понимали, у Лии уже и так 3 пенала есть. Но нужен был 4-й обязательно, потому что это поп-ит. У нас в Фикспрайсе в городе нашем есть вот такие вот сменки классные. Лиюся себе выбрала, ну, конечно же, розовый. И с жирафиком, да? Классный. Я обожаю. Что мы еще с тобой взяли? Ну, тренажер для письма. Так, чисто попробовать, потому что он внутри такой интересный, ламинированный, яркий такой. Посмотрим, понравится ей, не понравится тренироваться с ним. Мы взяли обязательно обложки. Обложки универсальные, подходят для любых тетрадок и регулируется здесь ширина. Ну, такие интересные. Взяли Ульянки, себе взяли. Так, что еще? Ну, конечно, это покупка не для школы. Лия себе выбрала новую книжку. Перед сном читать любим, да? Да. Так, что мы еще для школы взяли? Есть наборы вот таких вот линеек. Почему взяли такие маленькие? Потому что они очень удобные и будут влезать в любой пенал. Возьмем половину Ульянки, отдадим половину Льюси, оставим. Ой, у нас еще длинные-длинные краски. Да, мы такие классные краски нашли, акварельные. Прям очень большой набор, очень. И очень дорого стоит, 4 рубля всего белорусских. Но посмотрите, сколько красок там внутри, да? Угу. Мы взяли клей обязательно. Да. Мне и Ульяне. Тебе и Ульяне, конечно. У нас же 2 девочки, правда, в школу идут. Ой, это мама себе взяла для растений пульверизатор. Так, что мы еще взяли? Корректор. Это корректоры. Коллекторы. Не коллекторы, а корректоры. Корректор — это если ты сделал ошибку, и можно замазать ее. Но в основном, в принципе, это только Ульянке пригодится. Тебе не очень-то и пригодится пока что. Вам вообще нельзя даже исправлять ошибки. И набор вот таких вот ластиков. Взяла большой, и вообще меня привлекло то, что они не оставляют разводов. Но мы это попробуем. Тоже их много здесь. Половинку оставим Лике, половинку отдадим Ульянке. Вот, что мы еще такого для школы взяли? Больше ничего. Тетрадей для первого класса не было в Фикс Прайсе. Поэтому мы поедем в другое место. Дневников в Фикс Прайсе не было. Тоже надо ехать в другое место. Ну, пока так. Потом поедем в другой магазин искать все остальное, правда? Рюкзак у нас есть крутой, потом покажем его. И что? Да, с рубинами, бриллиантами. Ну, все, в принципе, нам много чего не надо. Одежда у нас осталась от Ульянки. Мы ее приготовим к первому классу, к линейке, да? Вот что. Дальше встретимся в следующем магазине. Да. Когда купим что-то, покажем, что еще прикупили. Всем пока! Так, Льюшка, мы с тобой приехали куда, доченька? Мы приехали за дневником. За дневником. Возле нашего дома есть классный ларечек, называется «Мир книги». Именно туда мы приехали только за дневником. У нас на улице идет дождь, поэтому на улице мы не снимаем с дочей. Вот там вот этот «Мир книги». Очень хороший магазинчик с тетрадками, книжками, различными контурными картами. И именно туда мы сейчас и направимся. Ну что, доченька, покажем, что мы купили в том ларечке, да? Да, вот у нас вот такой дневник. Вот такой вот дневничок мы нашли в этом ларечке. Нам понравился дизайн обложки. А внутри все точно так же, как и в остальных дневниках. Он просто приятный, такой не вырви глаз. И Льюсе очень понравился. Вот такой миленький. И еще мы там как раз прикупили для первого класса необходимые тетрадочки. В косу и линеечку, конечно же, и широкий. А, мы не покупали. А, да, покупали клеточку вот такую вот. Это не последние наши покупки. Дальше еще покажем. Человек отрепетировал. Да, Льюся? Без мамочки. Мамочку не пустили в спортивный зал. Сказали, из-за погоды линейка, скорее всего, будет в спортивном зале. Капец. Ну, я надеюсь, хоть меня в следующий раз пустят уже на саму линейку, правда? Все, мы поедем по школьным делам. О! Так, ну что, сегодня мы с Льюсей и с Ульянкой
приехали посмотреть что-то из обуви в школу, да? Уже ножка за лето повырастала, что у одной, что у второй. Сегодня у нас по плану торговый центр гипермаркет Евроопт. У нас в городе, в принципе, особо некуда поехать за обувью, поэтому начнем отсюда. Здесь есть классный магазин Мегатоп, здесь есть Кари обувной. Я думаю, что что-нибудь мы сегодня найдем. Да, Дося? Ну вот так выглядит наш торговый центр огромный. Он находится на Варшавском шоссе. И вот здесь куча магазинов, в которые мы, собственно, и пойдем сегодня. У нас, как обычно, на улице дождь. Совсем не августовская погодка. Да, не только возле нашего дома, возле соседей. Город серый, погода холодная, дождливая, ужас. Вот это будет 1 сентября, да? Последние дожди, последний день лета, всегда дожди. Да, послезавтра осень. Кари переехала. Вместо Мегатопа теперь Кари. Сейчас пойдем на разведку, что там есть. Если нет, я вспомнила еще один магазин. У нас есть детский мир классный, да? Если ничего не найдем там, посмотрим. А Ульянка себе с первого раза нашла свою обувь, которую она хотела, да? Доча, приоткрой коробочку. Мы с тобой посмотрим, какая там красота. Ну, реально классный. С первого раза померили и понравилось. В школу ходить идеально. На удивление быстро выбрали Ульяне обувь. Это просто. Раньше все время ходили по магазинам, не могли найти что-то нормальное. А сегодня зашли в Кари и за 5 минут вообще выбрали обувь. Великолепно, чтобы так все время шопиться, да, дети? Все, у нас перекус, и мы едем в детский мир. Просто посмотрите, такая погода у нас весь август. Просто холодно, просто дождь. Просто дождь, ничего нового. Ну что, мы приехали на другую локацию, в детский мир. Теперь уже Льюси будем смотреть все к школе. Да, доча? Вот здесь у нас, возле Брестской крепости, недалеко. Ты сейчас еще упади. Скользко, аккуратненько. Ульяна, ты тоже. Здесь у нас и мазаки есть. Но туда мы не пойдем, там всегда мало выбора. Особенно для таких детей, как Лия. Да, мы наверх. Поднимайся выше. Ульянка на месте с нами. Хороший, кстати, магазин «Детский мир». Там мне очень нравится. Мы и курточку там покупали. Выбор хороший. И вещи модненькие. Можно найти. Не все, конечно, но большинство. А вот и наш «Детский мир». Сейчас пойдем что-нибудь. По электронке? Сейчас пойдем что-нибудь посмотрим. Странный выбор обуви. Либо какие-то такие странные тапки, либо уже сапоги зимние. Я надеюсь, что что-то будет нормальное. Ульяна себе уже штаны нашла. А из обуви я ничего не нашла. Вообще. Ничегошеньки. Ну что, обувь мы не нашли, но зато прикупили что-то там спортивное. Трусики, маечки. Поедем мы еще в одно местечко. Если что-то найдем, расскажем вам. У нас Ульянка, кстати, путеводитель по злачным местам магазинным, да, доча? Она уже все, что можно было, обсмотрит, объездит. Потом мне говорит, только куда ехать. Все, мчим дальше. Так, наша еще одна локация, это торговый центр «Экватор». Тут есть у нас и даже буслик, в который мы сможем зайти и посмотреть обувь. Потому что если Ульяне мы что-то купили, то Лии мы пока ничегошечки не купили. А у нас еще в городе есть вот такие вот фургончики. Ульяна, что там продается, ты говорила? Вафли с начинками. О, вафли с начинками, это круто. Я вот, например, хотела бы что-то наподобие
такой модели, как у меня, например. Ну, вот такие вот. Это и не кеды, это и не ботинки, это что-то среднее между, потому что у нас погода жуткая, у нас везде дождь, мокро, прохладно. А у нас в ассортиментах только ботинки, сапоги резиновые, что там еще? Поэтому мы расстроены, завтра поедем на рынок. Лея, покажись, как на тебе костюмчик смотрится. Классно, здорово. Ну что, обувь мы нашли все-таки на рынке. Не в каких магазинах там детских специализированных, а на рынке, девочки. И очень даже красивые ботиночки, осенние. Прям то, что я хотела, ничего лишнего. Обулся в школу и пошел приличный. Вот, я уверена, что... А, мы взяли за ЦУМом, но я уверена, что и на Ковалевском тоже будут какие-нибудь нормальные. А мы с Лиюшей приехали за цветами к 1 сентября. А ты куда? Мы ж не в банк, а за цветами. Лия, ты хочешь свалиться? Скажи мне, пожалуйста. Я запечатлю этот эпичный момент. У нас есть обалденная студия цветов. Мы сюда приехали забрать наши готовые букетики. Жарданчик. И у них окошки красивые. Да? Пойдем. Подожди, я еще не фотографирую. Посмотрите, какие у нас офигенные букеты. Да, Лия? Ага. Это гипсофила розовая. Мы заранее заказали. Наша учительница. Красиво? Чуть-чуть сиреневые здесь. Да, аккуратненько тогда. Всем привет! И сегодня первый день сентября, и сегодня я уже готова к нему. Ну давай, поворачивайся, какая ты у нас красивая. Вот такую мы обувь выбрали. Вчера, наконец-то, нашли ботиночки, которые нас устроили, да? Мы одели такие вот школьные наряды, да? Банты вчера взяли красивые, потому что Лия сегодня читает стишок на линейке. Да, доча? Да. Отлично. Ну и что, мы поехали в школу тогда, да? Ура! Самостоятельная уже, рюкзак нацепила. Не втерпешь. Посмотрите, какие банты у нас огромные. Да, Лию? Нарядные. Мама как этот носильщик сзади. Цветы, куртка. Ты, может, ко мне повернешься хотя бы раз? Деловая. September we met. I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed. Couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat, but my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned, now I'm my own.